29 июня на территории санатория «Энергетик» города Каспийска состоялся турнир по пляжному самбо, посвященное памяти уроженца Гергебельского района селения Аймаки, героически погибшего при исполнении воинского долга в ходе СВО Рабадана Ахмедова. В состязании приняло участие порядка 8 команд со всей республики разных видов спорта – грэпплинга, дзюдо, вольной борьбы и многое другое. Соревновались спортсмены в 6 весовых категориях – 2010, 2011, 2012, и 2013 года рождения. Основная цель мероприятия – это пропаганда здорового образа жизни, воспитание духовно-нравственных ценностей, а также сохранение памяти героя нашей необъятной страны. По итогам соревнований первое место заняла команда Каспийска. Они получили ценные призы, грамоты и медали. Организатором мероприятия выступил главный судья турнира Шамиль Газимагомедов.